Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Лена Голд, и я, как всегда, пропагандирую здоровье и препараты, которые помогают нам его сохранить, поддержать, усилить. Биологически активные добавки, которыми я сама пользуюсь и с радостью делюсь с вами. И сейчас вот я опять получила посылочку такую небольшую, купила себе кое-каких добавочек, и сейчас хочу вам рассказать, что это за добавочки и для чего и о чем. Потому что, вы знаете, информации очень много, но часто мы совершенно не знаем, что взять, где взять. И часто мы, допустим, мучаемся какими-то симптомами или головной болью, или усталостью, и думаем, что это нормально. Совершенно нет, это легко решается. Просто часто бывает, нам не хватает определенных элементов, которые мы не получаем из питания, или, знаете, как еда достаточно пустая. И когда мы восполняем этот дисбаланс, да, нормализуем его, то все приходит в норму. И вот я как раз за то, чтобы держать здоровый гомеостаз с помощью активных добавок, которые сейчас уже, как заявил главврач всея Руси, всей России, он сказал, что это не просто, как сказать, пить или не пить, это уже жизненная необходимость. Если вы хотите хорошо себя чувствовать, вы должны добавлять в рацион, потому что по-другому просто не выжить. Значит, первая добавочка, которую я взяла, это называется H500. Могу сказать, что это моя любимая добавка. Это мощнейший антиоксидант, вот реально мощный. Это такое ощущение, что вы себе поставили вот капельницу, как в скорой помощи с физраствором. Каждое утро я обязательно... О, видите, какая молния сверкает, дождь идет красивущий. Каждое утро я обязательно, первое, что я делаю, когда я просыпаюсь, я наливаю себе бутылку воды, такой достаточно горячей, чтобы проснуться и чтобы не перегружать почки, внутренние органы, я пробуждаю все. И вот обязательно я одну капсулу H500 растворяю в этой бутылочке, и у меня получается такая мощнейшая, хорошая, живая вода. Я ее выпиваю, мне не нужен никакой ни чай, ни кофе, я прям чувствую приток энергии, как тело проснулось. И плюс это убирает весь стресс, который ночной мы испытываем. У нас есть такой в организме стресс вялотекущий, это просто от работы клеток. Вот уже даже от этого мы получаем какие-то побочные эффекты. И вот с утра как раз это все и убирается этой водой. То есть хорошо взбодриться, хорошо прийти в себя. Частенько бывает, что если у меня день насыщенный, много там, знаете, я энергии затратила или много дел, устала. Вот как только чувствую какую-то усталость или слабость, я опять же раз себе беру H500, и это вот такая жидкая энергия, мощнейший антиоксидант и энергетическая добавка без всяких побочных эффектов, потому что это просто молекулярный водород, который нам сразу усваивается, в кровь несет кислород, то есть сразу чувствуешь себя прям вау, как проснулся, как глоток свежей воды, глоток горного воздуха, то есть классная вообще штука. Вот рекомендую, это у нас самая популярная добавка. Кто ее попробовал, все ей пользуются. Работает замечательно, классно. Следующая добавочка, я вам расскажу, это, вот посмотрите, это называется ассимилятор. Что такое ассимилятор? Ассимилятор – это энзимы, ферменты. Это вещества, которые приравниваются к единицам измерения жизни, так их назвали ученые, когда открыли. То есть ферменты участвуют во всех наших жизненных процессах. И в принципе мы стареем из-за того, что мы едим мертвую пищу, в которую убили ферменты. Вот вся приготовленная еда, она практически мертвая, потому что, смотрите, ферменты погибают. О, как красиво, я так люблю, когда гром гремит, дождь идет, очень красиво. Ферменты погибают при температуре 42 градуса. То есть, почему вот сыроедение оказывает такой благотворительный эффект, добавляет здоровье? Потому что там вся еда наполненная ферментами, ферменты не убиты. И часто вот если смотришь на просторах интернета, там долгожительница с Чехословакии, там 100 с лишним лет, говорит, каждое утро выпиваю сырое яичко. Почему сырое? Там все ферменты, это как раз усваивается очень хорошо. То есть вот эти вещи полезные, то есть еда полезна живая.
Но мы, к сожалению, в силу наших привычек там детских, мы выросли на этой вареной еде, еще что-то. Когда мы едим вареную еду, то ферменты, которые нашим телом занимаются, они должны бросить свою работу и наброситься на эту вареную еду и как-то ее переработать. Почему вот часто люди, да, после того, как покушали, они такие, их придавило, они все, идут спать, ложатся, и слюна потекла, нету энергии. Почему? Потому что организм бросил все дела, и он набрасывается на эту еду. Еще плюс, которая часто бывает несовместимая, там, допустим, котлеточка с картошечкой и компотик сверху, да, и там уже надо организму просто надрываться, работать. И вот тогда люди просто после еды нету сил и двигаться нету. То есть все энергозатраты, энергоресурсы организма идут на то, чтобы это как-то усвоить. Так вот, ассимилятор – это энзимы, ферменты живые. И что делаю я? Если я еду приготовила, и она у меня как бы такая вареная, то есть я понимаю, что ферментов там нету. Я беру себе капсулку ассимилятора, и я ее оживляю. И организм воспринимает так, что ты съел это свежеприготовленную еду, сырую, с ферментами, то есть ему не надо надрываться. То есть я помогаю организму. И вот как раз из-за того, чем больше мы используем ферменты своего тела, тем сильнее мы стареем. Но чем больше мы едим свежей зеленой еды, где есть ферменты, тем дольше мы моложе, мы сохраняем свое долголетие. Поэтому вот это уникальнейший продукт, и я его очень люблю. И к нему же относится вот еще второй такой же продукт, папайя. Это тоже ферменты, я себе взяла вот два разных, то есть это тоже энзимы, потому что вообще папаин это вот хороший фермент, который все расщепляет. Папайю есть очень полезно. Я ем много свежей папайи, но вы знаете, не все живут в условиях, где есть папайя. И часто я хочу сказать, вот допустим, я живу во Флориде, у нас папайя очень такая желтая, вызревшая, она вкусная, ее вкусно есть. Но я вижу, как люди покупают, допустим, вот я ездила в Нью-Джерси штат, да, и там папайя продается страшная, зеленая, она просто зеленая, она невкусная. И люди, которые не пробовали настоящую папайю, они удивляются. Ты любишь папайю? Такая гадость, потому что они не пробовали настоящую папайю. Так вот, папайя вообще, могу сказать, вот эта упаковка $10 стоит. Ну, вообще стоит копейки, работает классно. Поэтому вот ферменты обязательно надо завести в свою еду. Особенно, если у кого-то проблемы с поджелудочной железой. И я могу сказать, ну, вы знаете, я, например, организм не обманываю. Вот вопрос, зачем обманывать организм, если можно постепенно переходить на зеленое питание? Я скажу честно, я не обманываю организм, я ему помогаю. А второе, вы знаете, как бы можно переходить на зеленое питание, и я пытаюсь переходить, но я как бы вот, мне хочется когда-то съесть и супчика вареного, я его люблю, и еду приготовленную я люблю, поэтому я просто себе добавляю, я сделала свой выбор. Вот, а зеленое, не всегда это хочется. Хочется иногда какой-то комфортной еды, там, даже того же риса сваренного хочется, понимаете? То есть мне вот так вкусно, поэтому я себе беру и добавляю. И не у всех есть, допустим, выбор. Часто бывают люди в семье, кто-то один там готовит на всю семью, у других нет времени готовить, они должны скушать то, что у них есть. Часто бывает там в ресторанах питаются. И когда вот есть с собой ассимилятор просто в сумочке, очень прекрасно можно взять и дополнить. Поэтому это дело выбора. Если у вас есть время питаться зеленым питанием, пожалуйста, питайтесь, как бы нет проблем. Ну вот у меня, допустим, сын, он хочет кушать мясо, он любит кушать мясо, и я не могу на него давить, это его выбор, он должен сам прийти к этому постепенно. Что делаю я? Я даю ему энзимы, чтобы он дополнял свой рацион и делал его легче. Поэтому это дело каждого. Вот, я выбираю энзимы в обязательном порядке, потому что много вкусных вещей, на которых мы выросли с детства, и они нравятся, и хочется, но реально помогают, особенно у кого проблемы с поджелудочной железой, и на нее нагрузка. Вот, многие берут, допустим, себе фистал или креон, вот я слышала, популярен, знаете, когда люди паре
делают, объедаются, уже не лезет, раз выпили этого креона себе и дальше едят. Потому что креон помогает, это тоже энзимы, но вопрос в том, что и фистал, и креон – это энзимы животного происхождения. И я не рекомендую ими употреблять, они злоупотреблять. Они помогают в экстренных случаях, но так как они животного происхождения, организм их не распознает как чужеродный продукт. Он их распознает как свои, как будто поджелудочная железа уже выработала ферменты. И тогда она просто перестает работать. Поэтому вот кто много пользуется этими продуктами, фисталом, креоном, их поджелудочная железа перестает работать. Они делают хуже, они ее блокируют. Вот эти ферменты, они растительного происхождения. И когда вы их добавляете себе в рацион, то поджелудочная железа воспринимает их, как будто вы салатик покушали. То есть она по-прежнему вырабатывает свои ферменты. Более того, они ей помогают восстановиться, помогают усилить себя, улучшить работу. Поэтому вот я только за ферменты растительного происхождения. Это очень важно. Обязательно учитывайте это. Это вот я себе такое заказала. Следующий продукт, про который я хочу рассказать, это Coral Bright. Это зубная паста. Ее еще нет в продаже. Я эту пасту получила, потому что я была на форуме от компании. Кто был на форуме, могут заказать первыми. Но она скоро появится у нас на просторах США. В каких-то странах она уже появилась. Я знаю, что она в России есть в продаже. В Европе в каких-то странах она есть. У нас еще пока нет. Но вот эта зубная паста сделана из уникального реликтового коралла. И что она делает? Она помогает восстанавливать эмаль зубов. Если какие-то трещинки, если какие-то начинаются нарушения, начальное такое вот предкариесное состояние, она может полностью восстановить. То есть она именно укрепляет, усиливает зубы. И я очень довольна, к сожалению, вот можно было взять один пузыречек, я бы заказала больше. Но я думаю, что сейчас они появятся, и я буду пользоваться этой пастой на постоянной основе. Это японская разработка, это паста с Японии. Я японцев вообще обожаю, у них лучшее-лучшее все. Они люди такие детальные, глубокие, досконально все делают по совести, по-честному. То есть здесь польза очень большая. Особенно у кого зубы вот такие чувствительные, sensitive. Вот эта паста шикарный вариант. Вот, поэтому, друзья, смотрите, когда будет на веб-сайте, можно заказать. Или я могу вам сообщить, если кому интересно, напишите мне, обязательно сообщу, как эта паста появится. И еще один продукт тоже, который новый выпустила компания, это называется Ocean Min. Вот такая коробочка. И здесь, знаете, такие пакетики. Вот такие, видите, как стик. И это разовый пакетик. Его, кстати, очень удобно брать с собой в сумочку. Вот чем мне нравятся наши продукты, всегда можно бросить себе в сумочку. Очень удобно. И этот продукт ты берешь, вот если ты чувствуешь усталость, слабость, вот у тебя такое нет сил, вы знаете, кто-то вот на работе там много делает, такое как выгорание начинается, вот, прям такая обессиленность. Вот этот как раз, эти минералы, ты добавляешь водичку, выпиваешь, и у тебя бах, как новый виток энергии. То есть это такая энергетическая добавка, но она без всяких побочных эффектов, натуральными минералами. Натуральная композиция абсолютно, усиливает тело, помогает преодолеть эту стресс, убрать радикалы свободные из тела и усилить себя. То есть вот это очень-очень классная штука. Особенно я рекомендую спортсменам, когда вот они занимаются, и я рекомендую даже детям. Подросткам. Вот подростки, кто усиленно занимается спортом, почему-то у нас такое представление, что как бы, ой, дети, у них там энергии полно, но организм расходует те ресурсы, которые у него есть. И часто, допустим, если рацион не разнообразный и скудный, еда может быть пустой, не хватает подросткам строительного материала для тела. И обязательно их надо подкармливать, чтобы тело выросло мощное. Потому что мало того, что у подростков большая нагрузка за счет того, что тело растет мощно, строится, особенно вот там
от 10 там, до 16 лет, вот когда они вытягиваются, все это прям растут не по дням, а по часам, да. И часто бывает, что дети не растут, потому что нет строительного материала, или начинаются какие-то болезни у них, потому что не сбалансировано. И я вот про это говорю, что вот биалурон обязательно надо давать для связок, чтобы дети хорошо выросли. Обязательно надо давать, у нас шикарный продукт есть, Mental Force, поддерживать здоровье головного мозга, что это центр управления всем телом, чтобы тело строилось нормально. Детям обязательно надо давать органические такие витамины, подкормки, чтобы они росли, чтобы тело, ну, укрепилось, сильным стало. Тогда вырастет здоровый, мощный организм. Это прям залог успеха на всю оставшуюся жизнь. Как мы вырастим тело ребенка, насколько он будет сильный и мощный. И вот это как раз такой вариант, что после спорта обязательно ребенку надо дать, обязательно его надо поддержать, подпитать тело. Вот это очень классная штучка. Я себе взяла, потому что работы у меня много, и мне такие всякие штучки очень хорошо помогают. Вот, как раз под цвет вечернего неба. Вот, это вся моя посылочка. Это все, что я получила, друзья. Обязательно я под этим видео, или, вернее, над этим видео, сброшу веб-сайт своего магазина, откуда я все это заказываю. И вы можете все это заказать с 20% скидкой. И плюс я хочу сказать вам, что, пожалуйста, если вам нужна консультация по продуктам, потому что я прекрасно понимаю, я когда-то давно сама была в такой ситуации. Заходишь в магазин здоровья, смотришь ряды баночек, и ты потерялся. Можешь найти там что-то знакомое, там витамин А или витамин B, а там столько всего, столько надписей, ты не знаешь, что, зачем и о чем. На самом деле продуктов очень много, но вот... Вау! Это good one. Продуктов очень много, и они действительно помогают, но надо знать, что взять, и надо знать, как сочетать, чтобы была максимальная польза. И вот в этом я могу быть вам очень полезна, друзья. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, я с удовольствием вам все расскажу, обязательно всем отвечу. Всех благ вам, с вами была Лена Голд, любите, цените себя и, конечно, заботьтесь о своем здоровье в наше такое удивительно сложное, но в то же время прекрасное время. Жизнь удивительна. Всех благ вам!